ментально, эзотерически, энергетически, он должен вернуться к ощущениям того момента, который он максимально может вспомнить, и в этот момент он должен ощутить свое состояние свободы перед выбором своего пути, свободы за свои поступки. Вот это освобождение, оно дает человеку понимание, кто же он настоящий. Ну вот где-то я это и трактую, но, к сожалению, ну к чему это может привести? Конечно, если человек знает, кто же он настоящий и как он себя чувствует без навязанных ему идей, в этот момент человек должен быть, наверное, ну, прийти к адвайтичности, к тому, что он не за плохое, не за хорошее, он сам по себе. Я считаю, что задавая вопрос «кто я?», человек может наработать определенное качество. Это качество звучит так: я сам ответственен за те поступки, которые я совершаю, я сам ответственен за то, что со мной происходит. Ну вот где-то...